Зачем нужно мышление? Мышление нужно для того, чтобы принимать решения, которые будут приводить к нужным результатам. На самом деле, мы с вами решения принимаем постоянно. Мы же с вами находимся все время в наборе всяких разных обстоятельств, действующих на нас сил, да, и собственных потребностей. Мы чего-то хотим, есть у нас какие-то, значит, желания, пожелания, вот, есть обстоятельства, и мы вот в рамках вот этого всего как бы и движемся. Значит, по сути дела, мы определены, поставлены в зависимость от того, что мы хотим, и от обстоятельств, которые вокруг нас складываются. То есть, по большому счету, вы определяетесь средовыми факторами, внешними и внутренними обстоятельствами, и все это происходит в вашем движении. Вот я беру ручку, она падает, ну, как бы, вот, она что, приняла решение упасть? Ну, нет, просто набор обстоятельств, вес, там, тяготение, там, черт в ступе, вот она упала. Большинство людей так и проживает всю жизнь, движимые этими внутренними импульсами и возможностями какими-то спорадическими реакциями на внешние стимулы, да, и вот они так принимают решение.